Азат Джафарли, я возглавляю Международный департамент госагентства при президенте Азербайджанской республики по социальным инновациям и предоставлением государственных услуг. Самым главным барьером был то, что у нас были электронные проблемы, проблемы насчет взаимодействия. То есть посылать запросы и получить запросы требует, чтобы были созданы все систематичным образом программные обеспечения в рамках разных ведомств. И те, которые предоставляют услуги, они должны иметь стандартные программные обеспечения, они должны иметь гармоничные базы данных, которые позволят им, конечно же, сотрудничать, то есть отправить запросы, получить соответствующие запросы. Это, к тому же, ускоряет нашу работу, это упрощает, значит, процедуру. На сегодняшний день мы это смогли добиться, но при этом мы еще работаем над, как я сказал, созданием центральной базы данных. Это намного больше улучшит эффективность. И, конечно же, менталитет. То есть госчиновники, они должны всегда понимать, что граждане всегда правы. И, конечно же, мы все это делаем во благо граждан. То есть на сегодня я с большой гордостью могу сказать, что вот мы прошли через этот этап. Сейчас наши госчиновники, которые работают в рамках наших центров ОСАН, то есть наши, они есть структурные подразделения нашего госагентства, они имеют очень большой потенциал демонстрировать свою большую, интеллектуальную способность. И они могут создать ту сферу, ту атмосферу, которая позволяет чувствовать граждан не в административных зданиях, а именно в зданиях, где они получают и услуги, и к тому же заботу. Наше госагентство было создано в 2012 году. Именно целью было создание новой организации, которая будет предоставить государственные услуги в новом формате через, one-stop-shop принцип. Это принцип, где через единое пространство предоставляются все государственные услуги. В нашем случае это государственные услуги, также частные услуги. И на сегодняшний день удовлетворенность граждан составляет 98%. И в июне месяце мы получили ООНовскую награду за самый лучший механизм по предоставлению государственных услуг. Наряду с этим мы к тому же занимаемся, то есть у нас мандат включает в себя к тому же электронизация всех услуг, государственных услуг. Мы также уполномочены составить электронный регистр всех государственных услуг в Азербайджане. Таким образом, мы, воспользуясь открытыми данными, позволяем частному сектору, нашим гражданинам, участвовать в развитии электронных услуг, в развитии сферы деятельности соответствующих министерств, ведомств. И, конечно же, они предоставляют свои же видения, как улучшить, состояние предоставления этих услуг в новом формате в следующие 10 или 15 лет. Это составная часть нашей стратегии на дальнейшие годы. И мы планируем именно электронизировать все соответствующие услуги и получить их с адресата, то есть из дома, не приходя в соответствующие центры. Но у нас эти же центры, они предоставляют услуги в формате взаимодействия между ведомствами. Сейчас мы работаем над созданием центральной базы данных всех ведомств, которая улучшит качество предоставления услуг. Я могу привести пример, что на данный момент мы можем подготовить зарубежные паспорта за день, но сейчас работаем, как это сделать за час. То есть день за днем у наших граждан, у них появляются более высокие требования. Мы хотим соответствовать этим же требованиям. А для этого и, конечно же, требуется эффективность деятельности. К тому же у нас очень хорошая система для изучения эффективности и качества. Мы получили стандарты ISO, OSAS и тот сертификат со стороны British Safety Council. Они позволяют нам объективно изучить качество работы, начиная с входа в процесс до заканчивания продукта, то есть наших услуг. Это, к тому же, позволяет нам изучить качество работ отдельных специалистов, которые работают в нашем госагентстве. Еще другой момент, который я хотел бы, конечно же, поделиться с вами, это то, что наши же эти же услуги, они создают прозрачность. Это, к тому же, хороший механизм, как воспользоваться открытыми данными борьбы против коррупции и других негативных, моментов.
Сегодня в рамках нашей услуги государственного агентства уже коррупция – это в прошлом, остался в прошлом. И сейчас мы хотим улучшить эффективность. И думаем, что в следующих годах именно в рамках SDG, то есть целей значит, тысячелетия, и к тому же новые значит, цели в рамках пост-2015, мы сможем достичь более высоких целей и результатов. И, конечно же, будем готовы делиться нашим опытом уважаемыми коллегами из братской страны Кыргызстана. Мы готовы открыто показать все наши, скажем, структурные подразделения, их ежедневную работу. Хотел бы сказать, что в процессе значит, предоставления ООНовской награды в течение последних 9 месяцев наш опыт был изучен со стороны ООН и Комитета по государственному управлению. И, конечно же, принципы прозрачности, принцип доступности, ответственности, комфорта. Все они принципы были очень хорошо зафиксированы, то есть позитивно были оценены со стороны экспертов, независимых экспертов ООН. И это именно те моменты, которые мы хотели бы к тому же делиться с нашими соседями, с соседними странами, братскими странами, так как каким является Кыргызстан. И надеемся, что в будущем у нас будет очень хорошая база для вот этих, скажем, передач вот своего опыта, для отделения этих же, скажем, прогресса, который у нас имеется. И мы оптимистично настроены на это будущее сотрудничество.